тут затвор? Куда ты будешь стрелять? А что будет я? Ты сначала скажи, куда ты будешь стрелять? Бомбой. Куда? Самолет с бомбой. В бомбы? Угу. Самолет с бомбой. Так не надо в него стрелять. То он у него очень маленькая. Как я вообще стреляю по маленькому самолету, а не большому. Так а куда попасть? Там есть красная такая штучка. Ты не попадешь, как ты целишься, я уже вижу. Попроще куда-нибудь. Подожди, Виталик, не стреляй, одну секунду. В кружок. Вот Виталик сейчас целится в кружок от бабочки. Посмотрим, куда он попадет. Потом на видео будет видно, куда попала пулька. Что-то долго как-то. Ну вот. Выстрел сделан. Подожди-ка. Ну давай покажи, как ты заряжаешься. Может быть, ты возьмешь, увеличишь рычаг? Чем дальше возьмешься за ствол, тем легче будет, Виталик. Подожди. Я не могу. Надо взяться возле самой мушки. Взяться. Вот. Давай. Молодец. Во что сейчас будешь стрелять? Скажи заранее мне. Будем в баночку стрелять. В баночку предлагают тебе стрельнуть? Которая стоит? Ну, которая стоит. Или которая висит. В какую ты будешь? Скажи. Стоит. В ту баночку, которая стоит. Хорошо. Больше баночка не стоит. Ну, посмотрим, как ты научился заряжать. Винтовку направляй только в сторону вот ту, куда ты сейчас ее и направил. Ну, давай, которая висит в баночке. Давай, нет, которая висит. Хорошо. Потом еще оставим. Есть. Остался одна пулька. Я еще на 5 пулек куплю. Куда сейчас будешь стрелять? Стои. Больше. А, еще одна банка стоит. А вон висит маленькая баночка. Но в нее трудно попасть будет. Надо сначала стрельнуть, а потом делать все остальное. Не суетись, главное. Так, во что ты стреляешь? В маленький кусочек чего-то. А, человек. А что это там так? Без головы и без ног. Куда это ты попал, я не понял? Никуда. Попал рядом с той красненькой штучкой. Ну что еще будешь? А что это такое за бомба падает? Еще будешь? Да. Ну, баночки, большие баночки. Виталик стреляет в маленькую баночку, которая висит. Нифига а я себе. Попробую стрельнуть в ракеты. Какие? А это нужно попасть на малюсенькой мушке. Ты видишь, где она? Промазала. Смотри, ты должен стрелять вот в ту малюсенькую. Да нет, в ракеты? Нет, если в ракеты, то в ту малюсенькую надо. Попаду сейчас в бабочку или нет? Бабушка, легко. Тихо, Марат, сейчас.
Маша, будем стрелять. Одиночество. Маша, а иди сюда. Иди сюда, смотри, чего. Не попал. А как это можно? Нас будут бояться. Нет. Так, попробуем попасть тогда вот сюда вот. Как вот так идешь, вот играет, поняли? Пап, давай постреляем. Мара, камеру убери. А где мы будем стрелять? Что там? Пистолетом. А дядя не умеет, что ли? Стреляй в маленькие комнаты. Хочу попасть все-таки в это. Куда ты сейчас стрелял? Маленький кубик. Маленький кубик. Не попал? Не попал. Побольше. Попал? Все, не попал. По банке? Да. Сюда можно отойти. Идите сюда. Не торопись. Полетающий? А в бабочку не хочешь попробовать? А? Мы попали, ура! Молодцы, попали. Ты мне скажи только, куда ты будешь стрелять. Выше поставлю. Мимо. Ну что, скажешь? Куда ты смотришь, пацан? Пошли. Не знаю. Ну все, смотри хорошо давай. Туда, в камеру. Идем. Так, ну давайте, пока вы отъехали. Давай. Газ и тормоз, да? Сцепления нет. Садиться? Конечно, если поедешь. Это газ, это тормоз. Это газ. Хорошо. Ты будешь садиться? Ага, чтобы ехать. Просто газ даешь и все? Да. Пропала. Ну, ездаки. Thank you.
наверное, еще да? Круг будет 3 минуты. Не слышу. Круг еще и 3 минуты. Еще снимал. Когда вы тут еще, вы будете тут днем? С 9 до 11. С 9 до 11. Ну как? Ну иди, рассказывай, как тебе понравилось? Да. Блин, трудно так. Изображение все время пропадало, я не знаю. Вот только что мы с Виталиком ездили вот на этой машине. Правда, Ольга стояла в другом месте. И мы еще не знаем, получилась или нет съемка. Вот в этом месте, где сейчас проехала машина, очень трудный поворот. И даже первый раз Виталик врезался в покрышку. Но зато остальные не врезались. Да. Вот он едет нам навстречу. Это самый настоящий картинг. С импортным двигателем шведским, и у него нет никакого сцепления, просто даешь газ, автоматическая коробка, все дела. Жалко, что Ольга здесь не стояла. Помнишь, я ей сказал, чтобы тут стала? Зря я потом сказал, что... Влад, если она поедет сейчас, то буду я. А вот Оля идет. Газу, газу. Ты снял, как я вытаскивал камеру? Да. Тебе видно девушку отсюда? Нет. Ты там трансфокатором только не пользуйся, а то испортишь всю съемку. В такой темноте нельзя трансфокатор включать. Почему? Ну, потому что темно. Вот она уже проехала один круг и все научилась. Сейчас второй круг едет. Видишь, как прижимается туда? По крайней мере, теперь мы знаем, насколько это трудно, оказывается, носиться со страшной скоростью. Очень маленький контролят. Чуть-чуть руль поворачиваешь, он уже раз так вправо. Чуть-чуть сюда, он раз влево. Вот. Машинка такая жесткая. Вот в Витебске бы сделать таких несколько штук. Ты уже 100 раз говоришь, в Витебске вообще... Так, а у нас это невозможно. Да, видишь, как он классно ездит, этот парень. Вот с кем надо ехать. Так посадил бы Виталик. Ну, чувствуется мастерство. Смотри, как он летит сюда. Видишь, видишь, как рулем работает? Смотри. Стой, ну вот ты обалдеть.
это подземное помещение Карадага. В 86-м году был построен при советской власти. А что думал ли здесь Шарабелла? Детский городок. Ну, для детей, пытаться там. Обалденный городок был. Хороший, да.